Мы находимся у памятника Петра Великого в Лондоне. Находится он недалеко от корабельных доков, где Петр учился геометрии строительства корабля. Петр был первым русским царем, который достиг английской земли. И именно по нему английские люди судили о русском народе. Он показался им очень противоречивым человеком. С одной стороны, умнейший человек, стремящийся к знаниям, а с другой стороны, совершенно лишенный лоска и того этикета, к которому привыкли англичане. Нововведения Петра коснулись многих сторон жизни, включая внешний вид наших граждан. Например, белые зубы были только на Западе, а на Руси зубы чернили, чтобы оттенить белую кожу, которая считалась признаком знатности. Он делал нужные для страны вещи, но внедрял их с упорством и жестокостью порой, хотя мог внедрить их мягкими методами. К примеру, мода на новую одежду, немецкое платье. Он это внедрял с помощью своего указа, ведь достаточно просто это сделать модным. Он вывел русских женщин в свет. Он научил их принимать комплименты, улыбаться, флиртовать и быть приятным мужскому обществу и глазу. Его преобразования коснулись всех сторон жизни, начиная от внешнего облика граждан, благоустройства городов, нашей пищи, культуры, науки, искусства и многого-многого другого. Каждый год мы проводим День Петра и приурочиваем его ко Дню России. В этом году из-за карантина мы не можем провести День Петра в том формате, в котором мы привыкли это делать. А это театрализованные представления, это народные гуляния, это сценки из жизни Петра в доме корабельного мастера, это явства и блюда, которые любил Петр. Приходите к нам на праздник, давайте делать историю вместе!